мировые рекорды, славные победы, выступление единственной в мире пилотажной группы на боевых вертолетах «Беркуты». Все это было 26 августа в Серпуховском районе на аэродроме Дракина. Чемпионат мира ФАИ по вертолетному спорту российские летчики завершили безоговорочной победой. Наше золото, и позади остались главные конкуренты – британцы и немцы. В этот же день в небе над Дракино состоялся и триумф российской техники. Экипаж заслуженных летчиков-испытателей поднял в воздух вертолет Ми-38 на небывалую высоту – почти 9000 метров. На борту машины находились члены комиссии ФАИ, которые зафиксировали новый мировой рекорд. Прекрасный праздник! 14-й чемпионат мира по вертолетному спорту на территории аэродрома Дракина, Серпуховской район. По авиационному, по-дракински, к шахте! К шахте! К шахте! И троекратное! Ура! Ура! Ура!